Друзья, всем привет! Хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы и пожелать всем мирного неба над головой. Так, сегодня мне приехал контроллер для уровня воды. Собираю на даче капельный полив полностью с автоматикой. Вот такая вот штука приехала. Контроллер для поддержания уровня воды в баке, то есть он будет включать электромагнитный клапан, который будет на трубе стоять водоснабжение, и будет выключать на заданном уровне. У него три датчика погружных, не знаю, насколько они проживут долго, посмотрим. Датчики цепляются на эти провода согласно схеме, или первая, или вторая, то есть какая кому нужна. Здесь два положения выключателя, первая, вторая, и выкл, светодиодный индикатор. Внизу питание 220 вольт, сверху будет запитываться сам электромагнитный клапан. Ставится этот контроллер на динрейку, можно поставить в коробочку, будет все красиво и культурно. Так, сейчас все подключим. Посмотрим, как он работает, потестируем. Так, все подключил, проверил, все работает. Теперь объясню принцип работы этого контроллера уровня воды. Здесь выхода на датчики идут. Здесь можно несколько конфигураций подключить. По минимуму воды делать, по максимуму. Там, то есть 5 или 4 конфигурации разных. Вот. Но мне нужен один, именно тот, который будет при достижении минимального уровня воды включать клапан, водичка будет набираться, и при достижении максимального уровня отключаться. Здесь кнопкой вот этой можно принудительно включить нагрузку, или насос, или клапан, у того, чтобы среднее положение выключено, и двойка уже идет автоматика с датчиками. Так, вот у нас импровизированный капельный полив, точнее бак для капельного полива. Черный датчик всегда лежит на дне. Синий, это можно опустить, насколько вам надо, чтобы вода осталась там или меньше, или больше. Вот. И красный, это верхний уровень воды. Ну вот, допустим, у нас водичка начинает уходить. Сначала верхний красный датчик оголяется, и потом постепенно начинает синий. Как только он будет не в воде, сработает автоматика. Вот, пожалуйста. Теперь насос качает, доходит опять до синего датчика, но красный у нас еще пока не в воде, доходит до красного датчика. Раз. Все, насос отключился. Настя. Привет, папа. Привет. Ребенок. Вот такая вот классная штука для датчиков. Для датчиков, для датчиков. Блин, вообще заговорился уже. Очень удобная вещь — контролировать уровень воды. Ссылочку на него оставлю в описании. Всем пока-пока.